Кунка тикни, кажется, следующий. Кого? Там вот хилит. Он не умеет каст сбивать, ты чё? Да, я шучу. Мне опять это идти надо. Короче, Войд, давай, сейчас я буквально две минуты. Не, ну каст превращение сбил на этом победном трае. Спас рейд. После сурка дам перекур всем. Убьем его? А корабли там чё, точно так же, как и в этом? Этот посох я отдал Плешиту. Правильно. Потому что... Слишком много там было, короче. Ну и да, я просто с этим согласен. Блять, все равно бой. А дальше уже тут на. Нет боя. Беба и ты. А, есть бой. Как вернулись, вы задели вообще тут трэш? Как вы заступника задеваете? Нахуй. Да, у меня нет боя. Это сова 100 пудов. Но при этом ни на ком агра нету, как будто его никто не трогал. Вы все это компроматы. Стандарт. Изэмал драксийский щит. Я тикнул. Его залить нахуй 10 секунд с пула. Вы что-то всегда пробегаете его как бичи, блять. 10 секунд жалеете, потом мы проебываем 5 минут, блять. Ну смотри, 10 на... секунд. Математика 80 уровня, нахуй. Да. Не все бьют, ну. Потому что, блядь, все на корабле все. Так самые топовые дома. Ну, так нахуй хули отмазки придумывать уже, блядь. Я ну, говорю, как портируешься сюда, еще. Сразу 15 секунд его бьешь и все. Вот, и мне будет. Кажется, это ты задел. Вот это так вот попадаешь. Да, ты Старфом тех двух задел, ты этих тоже вполне мог задеть. Нет, а ты далеко стоял. Ну-ка, блядь, сука, багнул. Не похуй. Там уже начали бить, поэтому компромат это... Да, стёк. Учитывая, что вы всегда пулите этот трэш, лучше его нахуй задевать реально с пула, прям звездопад давать. Звездопад реально на тебе, нахуй. Да, на тебе, нахуй, когда я подошел бить его, блядь, с вами, нахуй. На корабле вот. ХМ от обычки что, отличается чем? Да. Скажите, душу, я не помню. ХП больше, бьет сильнее. Вот эти штуки на пол, которые бьют, они откидывают, да, все. Снаряды. Их не лутать, все, то же самое дальше. Да то же самое, что и в обычке. Я понял. Да нет, просто да. Здесь не был, поэтому спрашиваю. Серега, не забываем, медведя не юзаем. Ну его нахуй. Да, я в курсе. Тебе там кто-нибудь что-нибудь ответил, нет? Перекур, да, у нас? Нет, после сурка перекур. Да. После сурка, да. А кто-то запустить может? Орел может только запустить. Бля. Давайте шкаф сразу же сумму нажмем, чтобы меньше дольше. Что я тут? Дошли уже? Так, если что, я здесь я должен быть место. Поскольку меня его нет, не будет. Блять, Реслин, иди быстрее к леди, сейчас тебе лутера нам забери. Я просто лоть поставлю. Обидно, конечно, что духа поймал. И шкаф поставьте, суманите Реслину, купишь. Честно говоря, фонарь думал, это я, блядь. У меня 3 ФПС нахуй в этот момент было, блядь. Я думал, я словил, потому что там рядом просто я с тобой стоял. А я даже не увидел, как он подкрадывается, из юбки вылез и все. Там она же гигантская. Я видел, но меня полагал, блядь. Я не знаю, я побежал назад. Побежал или нет, хуй. Что, Джайна убиваем на этом, когда? Да, очень изи. Мы уже потренировались. Расскажи это гнилому сначала, подожди. Там нет, мне кажется, гнилого мы закроем. Все, мы закроем. На этом КДМ главный квартальник нормальный. Роб скажет здравствуйте. Я бы пропустил сейчас этих всяких там валик, а сразу пошел бы на тухлых гнилых и на проф туда куда-нибудь. В ту сторону. Так валик это халявный лут. Ну, блять, на профа надо хулипал один, сука, нахуй хотя бы. Мы пошли хотя бы гнилого сегодня потраим, убьем, может. Не, гнилого, не мы, нравится, гнилого мы убьем нахуй. Я сейчас, блядь, 4 танка нахуй спекну. В пизду вас нахуй. В смысле, а что хлепнул? Будьте стоять, АФК просто бить нахуй. И 9 человек бегать нахуй. 4 танка и 5 РДДшников. Остальные будут стоять, АФК просто. Хлепнул зеленую метку, очень хорошо выхиливает, пока красный там бегает. Угу. Нет, здесь ничего не ответили. Не пробовал уже реально перекачать файл? Блять, я у нас весь там, может, мне добавить 5-10. Я после РТ полностью с клиента, блядь, перекачаю. Да нахуя полностью один файл просто, либо дату просто перекачать.
А, типа, сейчас все играли, будет. Да, тут перекачаем. Ну, после сурка он будет время, попробуй. Леди вообще, в принципе, даже со смертями, блядь, быстро убили. Там, блядь, Дебирска еще оставалось. Полторы с хуй минуты вроде. Две минуты, не? Ну, почти около две там. А, блядь, я ж на тот корабль. Сука, я не спек на своем анхолике. Ну, ладно, похуй. Мы можем поменяться. Но у меня ДДС на три дня. Не надо. Полетели. Ебать ты, конечно, блядь, швепсик. Красавчик, блядь. Что такое? Чтоб он кливнул, блядь, сядьте. Этот нагрел. Так должен. Она у меня пьяная, и мне сложно летать. Мужики, сядьте в левую пушку, меня с пушки выкинуло и сразу скинуло нахуй. Мы остаемся или назад, или как? Тут остаемся. Ну, в левую сядьте кто-нибудь. То два мага я точно продержу. Алло, блядь, в левую кто-нибудь сядьте. Алло. Вроде 3-4 пушки. Выкидывает из нее из левой. Попробуй. А, заебись, уже сложило меня нахуй. Улетайте быстрее. Дайте. Ой-ой-ой. Блядь. Ну потому что, блядь, хулипала нет, он по 30к нахуй рассекающим бьет, блядь. Сколько меня сложило? Че, спрыгиваем с корабля? За 3 секунды, блядь. Спрыгиваем, да? Падайте, да. Как там спрашивали мастер. Может, не будем рисковать, давайте по одному разу фрил убил, да и все. Без пауза. Спрыгивайте быстрее. Да нормально, сейчас я в ГТК буду. У меня в анхолике нету этой, блядь, воли мертвых. Из-за этого умер. Ну вот, на кораблях хватнулись. Талант не вкачет. Забыл спектр. Пиздец, из пушки выкидывают, в мишку превращаешься, выкидывают. Левая пушка говно, блядь, выкидывает от меня. Кринж перепрыгнул. Поставьте лока на левую пушку. Нет, не перепрыгнул. Я говорю, меня с пушки, ну типа, выкинуло, как заморозило, и там просто под меня бомбу ебаную кинуло сразу. Меня просто выкинуло нахуй с корабля. Ты ранец одень? Никогда... Тебя за предиктеры сразу же, да? Слишком опасный. Одень ранец, и когда ты выйдешь с пушки, сразу кнопку... Да я ебал этот ранец, славян. Одевай ранец, блядь, школьник. Ты рубашку мою видишь, друг? Нет. Там сиськи будут видно, давай. Да. Не, это кринж, я ебал этот ранец. Давай ранец одеваем, блядь, на единичку ставь. Когда откинет с пушки, ты перепрыгнешь как топчик на тот корабль, и там еще и мага побьешь. Ранцы, возьмите все заново. Ресни, а? Ответ убегал, извините. Майся, стой. Ладно. Спасибо. Бать, Феникс. Ну что там, модель, чарм. Я пока быстро релат пропишу. Все, я запускаю. А рыба? Сейчас я релат пропишу. Ну, рыбу, блять. Без рыбы, нахуй. Садитесь, ешьте быстрее. Все, улетели поздно. У меня даже мана. Рыба внизу, нахуй. Лола. Кто там в пушках? Кринж Кинг, Протопо, Пошер, Барбарос и... Не, Калю, ты лучше хиль, блять. А как просто дату скачать? Кто знает? Через сайт? Кого скачать? Правую пушку, блять, кто-нибудь вот эту, нахуй, займите. Вообще проверку можно сделать на перерыве экрана. А чё с ней? Она как, блядь, я... Феникс пикнулся же? Да. Угу. А чё там, 1-1-2 или как? Или до 90? Там прочитай скиллы просто. Да я помню, ну сколько там, 1-1-2 или как? Или стакать до 90? Да, блядь, ну там видно будет, пап. Ладно, всё, тихо, хватит флудить, блядь. Выходите вот с этих, которые оружейники кидают. Очертание такой, кружок рыженький, блядь, с него выходите.
Он дамажит больно и... Пушка пропала. Она крутится, но... Не знаю, меня вообще куда-то непонятно закинуло. Моя, да, пушка правая? Бля, Сирус, сука, дай пушку. Одной пушки нету. А, я был, Ты знаешь, меня выкинуло. Блять, фонарь, ты брал ранец? Да, взял. Иди лети нахуй, быстрее. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Взял. Второй раз проебался. Вообще, бред, я, короче, упал, я внизу в ЦЛК бегаю. Только три. А, не, я не проебался. Я думал, я ранец не одел, нахуй. Оказывается, он у меня пропал вообще, блядь. Че за хуйня? А так, наверное, видите, обнова их охуенная. Видно меня? Ну, типа, я его брал, это 100%. А у меня в сумке нет. Ну, я его одевал, значит. Охуенно, блядь. Ну, это Сирус, типа, а что мы можем придумать в ХМ такого сложного? Давай пушку. С пушкой это пиздец. Меня убило. Че за бред вообще? Бегал, взял опыт, просто убило. Блять, Бентли, ты какую-то ауру невезучую притягиваешь к себе, мне кажется. Он я скрин скинул, посмотри. Типа, блядь, вообще пиздец. Это дебаф просто после килла леди. Мага убиваете и сваливаете. Сегодня просто по плану экстемпа леди должна была быть жива. Типа, она умерла, и все, и ошибки пошли одна с другой. А меня даже не пробивает. Улетайте, все равно улетайте. Ну, я улетел. Был бы хулипал, тогда можно было бы, а так. Меня даже ДДшный 3 не пробивает. Да, мы поняли, что... Блядь, хуё, надо было записать. Блядь, жалко, что я не записал этот момент. Я пересмотрел бы, блядь, куда мой ранец делся. Но он исчез у всех, кто в ИДС заходил. Так не, я брал, перед запуском я брал ранец. Это 100%, я помню. Может, ты его не одел? Ну, блядь, если я тоже подумал, что я его не одел, но у меня его в сумке нет. Прыгаем. Понимаешь? Вот. Его нету в сумке. А брал я его 100%, понимаешь, в чем прикол? Читы? Значит, я его одевал, а он пропал, нахуй. Как и пушка, видимо, блядь. Я рядом с Бентли стоял. Точно, блядь. Сука. Бентли украли цыгане, нахуй. Точно, блядь, я же Бентли показывал, блядь, в пушку садиться. Его просто засосало, нахуй, в другое видимо, измерение. Видимо, блядь, вместе с моим ранцем, блядь, засосало, нахуй. Я тебя понял, Бентли, блядь. Ты глянь, может, мне два лишь. Ты как знаешь, в Mortal Kombat, нахуй, этот портал есть такой, нахуй, там Шансунг такой вылазит, забирает. О, Бентли, слышишь, а ты, Бентли, слышишь, а ты брал ранец? Да. Посмотри, может, у тебя два в сумке? Ну я сумку, я один. Это Кирилла ранец, нахуй, свой ты проебал. После этого магу улетаем? Или как? Да. Ну, магу вливайте и улетайте. Тише. Ща. Всё, я улетаю, пока. Пока. Нет, Кунка, останься. Я Кунка, я остаюсь от... Не, вот сколько на Сирусе играю, вот с пушкой вот эту хуйню первый раз вижу. И ранец еще вдобавок. Бля, мы до завтра в три пушки будем. С пушкой когда-то была такая хуйня, давно очень. Один раз. Она багалась, да. Она багалась. Не, нет, не пропадала. Ладно, я тут кое-какую хуйню заметил. Кунка, давай тут. Кунка прыгнул. А, все, блять, тебя Ментли Алконфилл нахуй спалил, я понял, блядь. Ты саботаж решил устроить, блядь. Это все за бред вообще. Че он там делает? Обшаривание карманов. Обшаривание ранцев. Да, припуски долго. Ну ладно, ничего. Ты Барбарос еще умер, блядь. Я сел. За пам. А сейчас медленно набирает стаки. Ну, еще одного мага ждите, потом улетай. Ты, мне кажется, я больше могу держать. Не, фонарь, в пизду нахуй. Я сильнее. Не убойся. Не убойся. У него там этот парихаст ебучий этого мародина. Я его даже не бью, я бью оружейника. И лузу разливаю, и у него АП срезается. Вау, еще и лужей хилишься, да? Он тебе все равно где-то по 30-ке ебет. Минимум.
Я ему ебало сейчас разломаю. Мне он на 26-м стаке сколько? 33, 34 заряжает. Я сейчас его бить начну и парихаст прокнет. Иди отсюда. Так что, улетаем? Все, улетаете, улетаете, да, улетаете. Улетаем. Раз, два, все, пока. Фонарь улетел. Да, на варе играю, на гоблина. Шепс, когда ШПР пойдем регать? Он предпочитает ШП Холипал или ШП друг какого-нибудь. Да. И ШП Протовар. А чё ты с Кунка не оренишь? Да. Я в его игре нет. Блин, Кунка, почему тебя в игре нет? Ой, точнее фонарь. Ой, точнее я Кунка. Чё, теперь до конца сидите, короче, там, и добивайте. На мужика. На мужика? Может, у него перед ебалом походить? Вот. Какая нахуй берса? На кораблях берса есть? Да? Вальмар, ну, ты меня наебываешь. Когда наш корабль ломает. Да. Берса одну пушку нам оставят и пиздец. Вы чудище, что делаете? А ну отошли от Мурадина. Я его в спину посохом ебашу. Я ему скорость атаки. Я сейчас разверну. Я его сейчас разверну. Раз, разверну. Два, разверну. Я готовлюсь убегать. Три, разворачиваю. Ничего. Убегаю. Мы не справились, да. Сейчас бы стовая попала. Можете не перелетать, там оставаться. Ты все равно к Сурупанку тупаешь. Подведи к нам после убийства мага босса. Не. А чё вот Орда Альянс не додумались на этом корабле к лечу подлететь да разъебать его с пушек нахуй? Ну так там типа слишком высоко, понял, дракон. А, нихуя. Там Синдраж ебёт. Да, в жопу. Ну так когда Синдру убьём. Как будто они когда летели знали о Синдре. Блять, тоже на. Конечно знали, да. Ну знали, что есть драконы, полебас. А Реслин, ты забрал, кстати, осколок? Чуть забыл спросить. Вы не лутали, я надеюсь? Топ DPS. Вы не лутали, там, нет? Нет. Нет, еще не лутали. Поднимай себе. Это что, попугай поет? Да. Да. Ты у Сереги, что? А что у тебя там за разновидность? Что за разновидность, блядь? Карелла. Он плащ на дебаты выпал, кстати. Вообще охуенно плащ выпал. Да, но будьте критик. Да, охуенно вы залутали, спасибо, мужики. Так, блядь, ты тпшнулся, я залутал. Куда я тпшнулся? Вот только сейчас тпшнулся. Я пострел, что все тут. Блядь, блядь, останешься без УД, ничего страшного. А есть у кого зелье безумной силы? Продолжите по-братски же. Так, рыбу поставил хавать, и я запустил. Калют, ты можешь ДД. Там пока 2 минуты еще можно покавать. Да, Мирай, это мой герой. На тебя ничего. Там сапоги кожаные, говняные. Крит со спиритом. Две шмотки. Голова. Голова и вот плащ единственное, что заебатый пал. А Салина, чё ты плащ собрал? Объясни мне, блядь. Ну, ему лучше, потому что... Случайно. Бедный. Ну, ты потом разрам. С серебра после перекура будет разработать. Давай быстрее, 40 секунд. Кто успел, тот и съел. Но... Я, короче, первый, да. Дайте ребаф. Инту маговскую. Сука, если меня Саруфанг нахуй сложит, блядь, это монохолики ебаные. Я вас, блядь, ШПшники нахуй сам сложу потом, блядь. Смотри, если не будет монохолика, мы по ДПС у него не управимся. Убьем. Да мне надо билд переделать, сука. Мне билд говно. Я его под Накс еще делал или под что там. Ты начнешь или я? Под льду. Я начну. На полу Феникса все. Я уже не помню, под что это билд делал. Вы вот вообще, блядь, стоите в куче. Вы, блядь, раньше бы как-то набрали немножко РДД. Так больше ДПСа. Нахуеть, блядь. На экзекутной фазе, блядь, вам ебало может сломать. Типа они, блядь.
Я дышу в затылок. Сука, ШП свалили с рекаунта, нахуй. Блять, конечно, все равно у сурка что-то мало ХП, блять. Чё же, блять, как в обычке, нахуй, донер. Там, 2 минуты без синего побрали. Сука. В принципе, логично, нормально. Фонарь, помогай мобов забирать, блять. Там, я работаю. А то я там трачу, блядь, тебя потом забрать все равно не надо. Я ДПшу. А я, блядь, морг как долбоёб перекидываю на этих мобов. Мужчина лев. Опа, закрепил, блядь. Чего поломали убили? С 4-го. 4-й, как? Ну один вайп у нас был такой сразу. Ну и за блоки че что вылетело, ну, то не помню. Ладно, пойдет. Смогли из первого нахуй, если дух не лукает. Действительно. Ну ох, тупые. Минус 2к за каждого духа, конечно, надо закрывать. Кто-то без ЕП может остаться. На один дня я типа твердо решил в пизду. С сентября, то бишь со следующего КД. Я этот ЕПГ поебашу. Там мобик убежал, у меня таунт когда. Я забрал. Таунтите, таунтите, мой ДПС. Масси, Адель и Фелиция. Короче, Масси, скорее всего, и Фелиция. Смотрите, метки хилы. С 30% у сурка у него там будет увеличенный урон, прохиливать тебе. Мася, с тебя там держит. Подойди поближе, а чтобы прострахивать. Опа, закрепил так... нахуй, шкафашки, блядь. Чума так пошла. Так не в миле. А, ты в АДК, блядь, зачем? Так у вас есть ММ. А, ну истерию я тебе не кидаю. А, и фрост де камера. Все есть там, ну. Раскопа нет. Так что чуму надо было забрать. А я здесь при чем с расколом, блядь? Ну, типа, у миликов нет раскола, пусть у ШП не будет чумы. Блять, ну какой маг нахуй? Либо, сука, звали. Ванчелло, брат, нахуй, давай дымаш, это ты как-то, блять, мало даешь. Ванчелло что-то там пиздил на ребраде вроде. Что-то про меня там, что-то он пукал. Сука! Кунка там что-то пукал. Не, я никогда не пукаю. Только насрать можно. На лайсбаунд, короче. Ладно, это вообще ничего. Сейчас ты кольцо тихо будет. Ну-ка дай сокру фонарь быстрее, сейчас кольцо будет. Да. Забирай. Я вижу. Прохиливайте метки максимально. Смотрите на ком метки, жмите свои сейвы сейчас. Жмите прямо сейчас. Надо очень много. Добивать сколько. Изи топ 3. Ебучий хорош. Не, ну это...
Это, блядь, ненормальная хуйня, на сурке по мане садится, блядь, это какая-то дрожь, да, блядь. Да, да, я тоже, я не Еще там по ДПС, ой-ой-ой-ой-ой. Паладин же черный, заебись, я не на локе, нахуй, мне пришлось танчить токен упал, да, на локе? Сука. Я его забираю. Всем встать сейчас, раком. Ты можешь только забрать вот этот вот обычный токен. Знак вот этот. Т-10 можно пробовать? Обычный можно, да? Обычный можно, в героическом отказывается. От чего лут отказываетесь, только вон этот. Обычный эти токены можете. А кто-то проверял эти чарки-то в ПВП, работает с Алгорода? Курите, блядь, 5 минут. Подскажите, где мне дату взять, пока есть, ты знаешь? Да на, иди, блядь, быстро проверку делаю через главную, через все. Это долго, но... Да хватит тебе, блядь. Но если у тебя жесткий диск, то, не, то это очень долго. Если это жесткий, то, да. Минут 5. На жестком. Ну тогда не вариант, тебе нужно заходить на сайт и там качать отдельно. Что тебе там? Ошибка. Я хочу просто папку дата. Кто может свою папку дата, блядь, скинуть в Discord, пожалуйста? Discord дата, она же у нас будет, нет? А. Выйди в молот света. Discord ты можешь 10 мегабайт, можно вложить или 100 там. О, да, вестик. Папка дата 24 гига весит, да? Что-то я перепутал. Так ты на игру найди именно этот файл и удали, блядь. Еще поиск мне можешь пользоваться по компьютеру. Не могу. Пойдем. Заходишь в папку дата, выждешь именно название этого вот файла, который тебе выкидывает, он тебе его найдет, ты его удаляешь, заходишь потом в лаунчер, нажимаешь «Проверить клиента», он тебе находит новый файл, ты перекачивает заново его. Ну-ка, в медведя кто-нибудь. Он, кстати, потом возвращает этот ДПС, он сначала его уменьшает, а потом, короче, через спустя какое-то время он снова возвращает часов большое. Ой, медведя. Странно, ой, как это работает. Кто-нибудь. Думаешь, что-то изменилось, то что ты ничего не делал? Или... Так нет, мне надо этот, ошибку. А. Где, блядь, этот о, ДПС? Кто-то скинул уже? Нет, у меня ошибку, да. Ну, значит, смотрите, не знаю. Блин, мне такое показывает. Ошибку не прочитал, надо еще раз, короче. Подбеги еще раз. Блин. Даже с танком, специально для тебя. Да еще раз, Серега. Серый, ты тут? Бля. Дорога вроде бы этот более-менее туда идет, кстати. Один файл он успеет за 5 минут скачать. Именно один файл. А, ты с DD3 не был? Да. Кто-то валится. Все равно у тебя бомжа на 300 тысяч перед домами. Кого? Чё? А ты уехал, Ярш, трэш, ничего не честно. Паладин там как мужчина в соло бьет. Да, реально. А, уешешь, фу-фу-фу, некультурно, некрасиво. Еще накидываешь свои доты, которые тикают, и у них штраф урона нету. По мобам. Ты когда не языком пизди, шайба? А трэш агри давай. Нет. Серега, ты пришел, Серега? Все, давай меня Рита видел. Давай по мобчику работай, фонарик. Да, мне медведь нужен. Это что, с обед ДКшников? Не уважайте меня, когда я чищу трэш. Полторы минуты, потом разролю с этого серебра вот. А, диспальня? Рид, диспальня? Спаси. Да, да. Я диспальнил, Рид, тебя. Спасибо. А что там, квест на чумку, да? Тух, да. На гнилого тогда сразу идем. Напуливайте фонаря. Если есть. Я хочу сдохнуть, нахуй. А, все, ворвался, получай. А, меня снова кинуло, эту шнягу. Да не, я типа фулл глуб отставил, хуй знает. Вышел и все равно сдох. Мастаунт у нас есть. Попробуем сначала в 3. Арислин в танке. Будешь на гнилом. А может тухлого ну, сначала? Что? Нет, пойдем в гнилого сначала. Ну тухлый же. Квест, блядь. Тухлый безопаснее, нахуй. А ну, это все мое, ты опоздал.
Это что получается, тогда мы еще холи-пола куда-то свечуем? Серега, нажми, нажми кнопку. Там без холика будет тяжело охерить. Чего еще раз? Нам холик, ну холи-пола тут нужен. Жал, не выкинул. Там печально будет. Не понял. А, холи-пола ты имеешь? Блять. Ну, Фелис, я говорю, что у него есть. Типа хоть какой-то, но... Да не надо, блять. Там будет стоять, вот смотри, получается. Я, этот фонарь, реслин, 4 шп, это 6, хан 7 и 2 лока. Все. 9 человек. На, сейчас лут разрун. Ребра. Ну, 9 человек, все. Главное, эти 9 человек вам в основном пилить надо будет. Ну и дебаф под брызги диспелити, чтобы прохиливать... на брызгах, которые вот эти 9 человек, я сказал. Ну, не считая танк. Там можно не диспалить. Я не знаю, и где там получается, туда забегаю вперед, реслин и фонарь. Ваша задача какая? Маленьких слизней, главное, чтобы больших не схватили. И этот... Ты фонарь набираешь 4 стака на большом. Потом реслин набирает 4 стака на большом. А потом вы сходите, короче. 8 стаков. Да, у них по 4 стака. Да. Ну, чтобы в один взрыв был. Ну, типа, если с одним взрывом будет хуёво, то я спекну еще одного танка, и тогда просто 3 по 4 соберем и должны убить одним из этого. Ну, выглядит прикольно. Но маленькие не от нас зависят. Их же затаунтить даже нельзя. Сейчас я объясню. Кого? Так, блядь, их не надо таунтить. Че, еблан, блядь? Нет, там типа маленький. Там пускай, блядь, знаком маленькие будут слизни, просто, блядь, с друг другом сходят их и все. Сами они должны это делать, милый. Понял. Вопросы не будут делать. Ответы. Чувак, а тебе там все путешь показали? Там просто я видел фокус, когда мы траили. А маленький слизнюк бил пета чего-то. Я не могу найти это. Ну, может быть, не в дате, просто название файла именно напиши. Сейчас показалось, что, наверное. Нет, я точно помню, там на бесенка наагрился, слизни. Да не, да? Это шишки, фонарь. Это шишки. А, шишки. Да, там. Отойдите дальше, блядь, сейчас. Вонючка еще там. Липучка, вонючка. А так нормально. Да, мое. Как на профа ты... точно без холипала нет смысла идти, это прям 100%. Принцов, главное, чтобы ДПС хватило, там можно без холипа. Ланотель можно тоже без холипала. ДПС линканули? На вальку нужен холипал по-любому. Синдра там, блять, вообще два холипала желательно, чтобы было. В чем он пизже, чем другие гильдии, получается. Быстрее убили, что ли? Ну, быстрее, чем Экза, вроде. Это кого? Сарфанга? Да. Ну хули, у нас тут шп дохуя. Мы же его убивали уже. И чё? Ну, мы на минуту раньше убили, по-моему, не? На 30 секунд. 40 секунд. 40. Нет, 30 же. 20. На 30. А, вы про время убийства, что ли? Не. Так как талды-то один раз убивали, они ж КТ продлевали, да? Ебать, они слабые. Нет, за один раз продлили КД, они там что-то пытались вроде бы Синдру убить. Или кого-то. 2000 рублей залутать, вау, заживут. Нет элементов удовлетворяющих мозг. Угу. Тебя не удовлетворяют? Да сейчас на вирусы проверили. Да есть, блядь, просто, ну, типа, если бы нормально люди приходили бы, блядь, они вот это вот, блядь, состав менялся. Могли бы спокойно, блядь, уже тоже Диме сейчас бить какого-то. Да уже джайнул бы, мне кажется. ФК джайны? Да уже возможно, но если бы люди были, возможно, блядь, какой-нибудь еще, какой-то квартальный бы и забрали. А так, блядь, в итоге... Ну, короче, мы пиздатые, да.
скобочку. Найдите Фурика, пожалуйста. Без раскола невозможно дамажить. А это вон дружку своему, блядь, вот этому пидорасу на санжуру, блядь. Я буду нахуй, пошел, блядь. Ну, как знаешь, он, блядь. А он предал, он не мужчина. Он не мужчина. А он справа, он тоже ушел? Слева, а мне кажется, какой-то... Мне кажется, или если ты будешь стакать сам для себя, то все равно будет больше депуска. Не будет, потому что... Ну, я понимаю, что ты когда тратишь. Твой бурст. Ну, вообще, типа, без раскола, это ж хуйня. А чё бы слева не активировали ловушку, блядь? Я клин... Типа, бля, я на x2 замерял, я терял ДПС пару косарей, когда стакал раскол. А здесь, учитывая то, что я еще бурс должен откатывать оверами, я еще больше буду ДПС терять. Это что, слева? Где ловушка? Хочешь на роге Тиссандр постаку? Опять твой рога, блядь. Я не хочу на этом говне играть. У меня в тильте. Ты же, я думал, тебе нравится, Мак. Ну ладно, похуй, пошлите на гнилого. Так, по луту по-бурому пробежимся с этого ребра. Кирилл палку отдал, все, я не хочу жить. Понимаешь, как? И сочные ступни. А, ты хочешь палку залутать и... И линуть нахуй, да. Ты же на рога пересаживаешь все равно. Или уже передумал. Да ты не берешь мне в рейзе, как ты мне пересаживаешь? Мой шмот 500 ЕП. Будешь ты ходить рогом? Ну, в чем ему проблема? Не на мейн, ему я на пункт. Я тебе сейчас просто не взял. Будешь мейнить рогу, тем более рогу нужен. Блин. В идеале твои роги. Вон. Ладно. Тогда как ладно. Сейчас система идет-то? По сразу же по 5 хатка снимаем или как вообще? Че еще раз? Ну ты писал, вот. Меньше мод 500 ЕП. Оф, ну, стол. Да. Типа, тут еще ну да, 500 ЕП, минимальный 100. Это ну что, кунки, тогда 500 это или 100? Это на оф. 500. Это на оф. Все? Это на оф. Хуёв. Алло, блять, у меня покалы и следы. Ова, да, блять, на оф спек, нахуй, блять. 277 боты, блять. На ПВП. Ну, тогда сорян, да. Бля, суки, заскамили. Еще и битва. Вальмор, у тебя нет 5к. У него есть. 4950. 5450 у него. Приближённая, ну, а, там ну, отняли что-то? Песню... Да, он шмотку все забирал. Не прогрузилось. 11. Охуеть. Это типа биз, что ли, или что? Что так же делать? Конка, блин. Ну, на хила, да. На аэродруг биз. Эти ебучие боты, нахуй. Сука, я... Если я их не конка... разу, у меня их ПВЕ не увидел. Конка наручи за 20-ку будешь собирать? Не, все, эти боты это уже пиздец. Зря, конечно, Мася забрала за столько. Пиздец ЕП нахуй. А, ну у меня что-то докачал клиент. Вы знаете, что? Давай обменяем этот. Кто там, блядь, Мася 12. Что ты на халяву забыл? То есть ты в игре сидишь и поставил обнову или что? В смысле, я не в игре. Не, он офлайн. Он про файл. Так, короче, 4 шипа, еще раз повторяю, хант. Так, 4 шипа, хант. 5, 2 танка, 7, ареснины и фонари. И Барбарос ту-ту-би. Это вы стоите по кругу. Вот эти колбы 2. Вот показываю. Печенька крест. Их 4. Ну, короче, 4 штуки. Ну, если и умножить на 2, если считать это. Смотрите, может выливаться с креста, слизь вот с этого краника. Может выливаться с печеньки, без разницы. Если оно разливается в печеньке, все равно будет лужа, блядь, от печеньки до креста. Если оно разливается с креста, все равно лужа будет до печеньки. То бишь от этих двух колб сразу отходите, когда из них, из краника любого там льется лужа. Дальше. Слизняки маленькие, вот смотрите, на ком они будут. Просто кто вот по кругу стоит, сводите их, этих маленьких слизней. Только не смотрите, аккуратно в большого не сведите. А реслин и фонарий забираете больших. По 4 стака набираете, и потом реслин и фонарий сводите, когда я скажу. Можете саппорты здесь выпить. Ну, саппорты надо выпить тем, кто
Ой, блядь. Тем, кто стоит, короче, вот хант. Хант в первую очередь, блоки может. Ну, в Дестрику похуй там со связкой. А, ну демону тоже похуй. Хант, главное, выпей. Сопрот. Все. Там не бог. Как остальные стоят? Сопрот. Остальные стоят под боссом, блядь, туннелит босса, нахуй. В чем проблема? Сопрот. Так же, как в обычке, нахуй. Под ногами. Ну, нахуя тебе фонарь сопрот? Че, дайте ревах? Я с жизнью вожусь. Уже кидайте ревах, просто. А у меня фласки кончаются. Так он выбросил, не? Давай обмен на этот, как его, блядь. Щука, блядь. Ой, я себе. Еще хотел бы уточнить. Ну, для себя, а то я глупый. Я лучше спрошу. Где моя позиционка? Моя сцена. Ну чё? Вот, ты стоишь вот тут, вот около песчинки с этой стороны, а Реслин напротив. Ну, вот эти то два. Есть этот внешний круг мой. Да, это твой круг, а Реслина с той стороны. Понял. Мы не пересекали. Так, рыбу хавать. Можно ходить за круг, мы тебя не дохилим. Ты слишком уж далеко для нас. Держись внутрь стороны. Ну вот в этом, что ли? Да, да, да. Вот я тебя поздравляю, Милхан, что я тебе могу сказать. Сексуальный маньяк. Бля, ипотез. Все, на исходной стали. Еще раз повторяю, тех, кого не назначил, стоите между ног у босса, чтобы вас брызги не доставали. Все, давай отчет, модели, поехали. Все просто, блядь, соберитесь просто, нажмите нормально на кнопку. И подумайте, попробуй. Гера, давайте спула встретим. А, и смотрите, блядь, с этими слизнями ебаными, смотрите, чтобы они не смотрели в рейд на, когда на вас эти маленькие, они тоже плюются, чтобы они, блядь, не блеванули, блядь, под боссом, чтобы нам потом дискомфортно создавать. Блядь, вот как сейчас вот этот маленький слизень сделал. Забираем большого и отводи. Блять, ну Адели, чё вы не продиспелили сейчас? Прохил. Бэр этот, Бэр по Аделю будет быстрее. Нарбахнули приста. Диспельте, блять, во время брызгаю слизни дебаф этот ёбаный, все время. Вы не диспелите только тех людей, которые стоят под боссом. Остальных вы всех диспелите, на ком кидается, курментан. Вот этот вот, вот на фонаря сейчас можно не диспелить. Просто его там немножко подхиливаете, он сам проживет. А те люди, которые стоят по бокам, вы все время их диспелите. Когда на них кидается, это за лук. Рейд должен пробить нормально. Арислин, забери этого. Один большой там. Вот, тут же. Блять, там два стака нахуй. Блять, три нормально, ладно. Смотри, там три уже у Арислина. Опять Адель умер. Да ебаный в рот. Терва Бэр быстрее. Рибахнули приста. Аккуратно лужи там. Лужи аккуратно. Ну блядь, щука, ну что ты стоишь АФК?
блядь. Мася, дай Берка мне. С маной хуёвого, Мася. Полет тотем ставь и гимна ману Вальдмара. Ребафнули ханта быстрее. Фулл ребаф дали, выбежал. Сколько там стаков у тебя? Арислин 3, фонарь у тебя? По 3, 3. У нас. Там еще где-то маленький бродит. Два маленьких, он Барбарос и Холиши. Блять, ну что, аккуратно отверни, сейчас же... Ху, блять, почти в нас плюнул. Вон большой, забери. Я заберу. Арислин, ты следующего большого забираешь. Прохил. Щуку прохил. Ну поднимите по хп, ну ребят, блять. Ну что за хуйня, ну? Нас вы будете 4. Хилить или нет? Too good to be, БР, дай серый. Дай секру, Арислин. Ай, нахуй, пизду. Просто нахуй. Вы даже, блядь, с этим справиться не можете, падайте нахуй. Это просто, я не знаю, ну я хуею нахуй. Ну как, блядь, объясните. Ебаный, вот, сука. 7 таргетов, блядь. Ханта приоритет больше всего, хилить которого надо. Вы роняете, блядь, вот я не понимаю нахуй. Это просто пиздец. Ну а как тебе должен Дершан поднимать? Там есть два ардру, нахуй, которые должны обхотывать их постоянно. Там эти хоты, блядь, выхиливают, если на то пошло. От вас, блядь, быстренут какой-нибудь кинуть, тоже нормально. От кого? От вас? Я один. А, калют вэлями, блядь. Калют, нахуй, хила, блядь, пекайся, блядь. Вы нихуя не хилите, блядь. Не думаю, в чем проблема, блядь. У нас, блядь, еще 4 хила оказывается, блядь. Кроме того, что холипала нет. А мы в берсы не упрёмся? 4 танка. Квест 4 там танка. Возьмите, кто там не взял. Здесь берсы нет пока, нет. Если что. А, да? Не хватит. А, да. Тут софт инрейдж есть. Ускорение появления болезней на игроках. Там по 2 400. Болезни будут. Это бесполезно. Это и есть soft and rage. А вот это шамановский щит земли работает на ханта, когда у него блевота с босса идет? Не работает. Deterrence не работает. В общем, блядь, ну, тут либо, блядь, хилы распиздяй, нахуй, когда роняют людей, блядь, либо долбоёб, нахуй, не может выйти с лужи, блядь. Третьего не дано, нахуй. Кунка, блядь. О, блядь, первая, вторая пати. Блядь, не будет Эридаров-то. Ну, у него только брызги. А, не, будет. Вроде бы. А, не, один Эридар только. Ну, губитель газ, он линканул на нем. Ладно, сейчас раскидаю, подожди. Да не убегайте вот далеко, я криком на хп не достаю, сука. Все, соседи. Так, протопошер, хулиши, чарми. Вот первая, вторая пати. Кроме война во втором пати. Вот первая, вторая пати, которая стоит по бокам. А не, стоп. Веслина забыл. Все. Кроме война, он первая, вторая пати, это тех людей, которые нужны будут диспели. Остальных никого не надо. Давайте побахнем. А зачем на плену? Эрслин, дай прото. По нам. Угу.
Опадаем на исходный стан. Блять, подлагало. Те, кто стоят во фрейме с боссом, по вам брызги слизи вообще не должны попадать. Вы не должны вообще никакого урона получать. Только когда я слизень там бьет вас. Арслин забирает свой. Близко в танке. Барбарас, ты, если что, можешь портал еще поставить. Помогает. Отвечаем. Арестин далеко, тебя не достают. Манти, мели, и там вот. Во, все, отлично. Арислин, делай разворот. Я, ну, меня зажали. Следите маленьких. Мили в кастер зоне маленький. Я попробую забрать. Не смог его забрать. Вот так, Фонарега? Да, вот так, я заберу. Блять. Просил. Вот 10 секунд, да. Ну, блять, ну ебаный в рот, ну нажми диспу, я не знаю, ну, блять, если ты видишь, что ты умираешь, нахуй, этой лужи, блять. Ну, пиздец, а... блять. Ебать вы овощи, нахуй. У меня маленький бежит, срочно надо еще маленького подвести. Выйди кто-нибудь, блять, Асус, выйди быстрее, смели. Законтрольте маленького, меня бежит. Бойт БР по хулишиту. Реснул. Ребафнули приста. Все, Асус, верните. Что у нас там до следующего БР? 50 секунд, блин. Тут большой мили. А, там уже два стака. А у меня бежит. Надо забрать. Срочно, у меня пятый сейчас стак будет. Да уже хуйня, а не пол. Манти, где попало, их не сводят. И убьем. Сейчас у Арислина тоже пятый будет. Взрыв. Взрыв. Массакр зал. Отбежали, ушли с центра, ушли быстрее. Там лужа, аккуратно, не бегите в лужу. Ну куда вы в лужу побежали? Все, надо возвращаться под босса, быстрее под босса. Дай сокру, Арислин. Под босса, быстрее. Прохил. Босса в центр ставлю. Чуть подвинулись еще. Прохил щуку. Хулишита, диспу, блядь. Ну так диспель себе дебаф, я не знаю, ну, блядь. Асус, выйди средь. Асус, выйди. Терва, БР по хулишиту опять. Рибафнули приста. Выйди. Асус, вернись.
босс. Майса БР прото по остро. А Ресинин заберешь этого, пожалуйста? Только не вставай, блядь. Мало избал. Все, вставай. Ребаф не приста. Простил. Ага, там в центре по три уже. Сейчас будет взрыв. У нас у по три и там по три. Стака. Люди умирают, ну забирай, блядь. А уже не надо. Забери. Ну, у нас люди умирают от этого. Ну, четвертый блядь, стак еще сейчас газ будет. Беги, беги, беги. Не надо, чтобы они сошли. Сейчас, блядь, беги нахуй. Ну уже поздняк. А, нет, пизда, я предотвратил. Да. Нет, у меня четвертый стак. Он багнулся. Стоим. Окей. Абуз. Так, есть бы. Блять. Вальмора, стой в рендже, короче. Потому что пизда нахуй будет. Стой в рендже. Не нужен бы. У меня 4, у Арисы 3. Дай БР по... Блять, я не знаю, потом. По кун кидай. Чуваву прохил. Чуваву прохил. Арисин, дай сокру. Слушай, выйдите. Надо сейчас после губительного взрывать. Фонарик отстрел, разбрызги пошли. Просил, просил, просил. Взрыв. Отошли, блядь! Ну после, блядь, они сразу же, ёб твою мать, нахуй. Нахуй вы раньше времени взорвали? У меня еще 4 стака. Это, видимо, к Реслину кто-то с маленьким подошел, потому что маленький бегает по смуре. Ой, блядь, ёбаный трэш-контент, нахуй. Так а чё вы не видели, взрывался слизень, чё не отбежали-то? Я отбежал. Да это хуйня, понимаешь, блядь. Они все равно бы у нас, блядь, поздыхали бы нахуй люди сбоку, потому что они бы во время блевотни нахуй это взорвали. Ну чё босс кричит, блядь, это так и надо? Да, багнулся. Комбат, круто. Маленьких очень плохо сводят. Вот на что мы можем... Бей желтой джангой по боссу. Да, башка болит. Таунтится все. Маленькие нет. Маленькие. Маленькие не таунтится. В этом-то и проблема. Большие таунтится. Они ауешат очень сильно. И так РДДшным, в принципе, нелегко живется из-за нас. Там, блядь, положит миликов нахуй. И тогда придется, блядь, если его в центре держать, нахуй, придется, блядь, еще диспелить метки, нахуй, с мили-зоны, нахуй, кто под боссом стоит. Это еще больше будет слизни. Как мелких затаунтить можно? Даже если им боб дать, они пойдут другого бить ближайшего, у них агро накинется. Или рандомного, я не знаю, это я сам не понял. Нахуй стоп один танка Асгарда спорите? Реально. Типа эта тактика очень адекватная, в принципе. Проблема только в сведении маленьких слизняков, и сейчас вот взрыв был из-за того, что кто-то подошел к Реслину. Проблема в тупых людях, блядь. Кунка. А нет, фонарь не дезмораль. Ой. Не, я вообще сдох, хуй знает как, под дотой. Как насчет выпить сапрота? Блядь, это не в миле вам заводить надо. Это тот, кто в миле, блядь, стоит, должен вам его, блядь, завести нахуй в РДД, блядь. Просто нахуй люди тупые, нахуй. Не видит нахуй, кого маленький этот бьет. Давай я церщину клубав, поехали. Подожди, там у людей фаски позаканчивались. Возьмите новое. А, давайте. Подходите с подэшера. Я по одной буду давать, все равно там уже осталось на РТ.
Все масло мое съел. А у меня есть фонарь масло. Да. Но я еще три заряда ставлю, тебе один. Тот, который я дал еще при этом, спасибо. Михан, пожалуйста, если в тебя бьет, ты хотя бы уходи, а не стой, ебал, мне танкуй. Это все забавно, конечно, что ты танкуешь, но там других надо тоже хилить. Ну то я видел, вначале просто блевотня в тебя стоит, и ты такой, типа, ебать. Ну потому что у чистый, поэтому не выходит, блядь. Я не могу нахуй смотреть, на ком агро маленького слизня там не лезу.